13 игровых заведений одесские полицейские закрыли за эту ночь. Под видом государственной лотереи там процветал незаконный бизнес. Во время обысков стражи порядка изъяли почти 100 единиц инвентаря, компьютеры, черновики или чеки. А еще почти 12,5 миллионов гривен. По словам полицейских, сейчас против всех причастных к запрещенному бизнесу возбуждено уголовное дело. Им грозит от 170 до почти 680 тысяч гривен штрафа с конфискацией игрового имущества.